И сегодня первым в стране читает свежий номер «Правды» Иван Никифорович Савин, мастер типографии «Старый правдист». Матрица «Правда» известий 24 августа уже на аэродроме. Через два часа пилот товарищ Иванов доставит их в ленинградской типографии. Граждане, пассажиры, внимание! Закончился еще один день. Скоро погаснут огни театра, магазины, опустеют улицы. До рассвета будут светиться окна этого здания. День за днем, год за годом, вот уже полвека несет бессменную вахту ленинская газета «Правда». Счет времени ведется на минуты. И каждая минута приносит сюда новые сообщения о том, что происходит на необъятных просторах нашей Родины и далеко за ее рубежами. Собственный корреспондент, сообщения телеграфных агентств, письма Радкор наполняют газету разнообразным материалом, помогающим людям шире и лучше увидеть жизнь своей страны и всего мира. Газета пропагандирует все новое, организует массы, несет мудрое слово партии, связь с жизнью, с народом, с интересами и чаяниями трудящихся мира, первая заповедь правды и всех советских журналистов, верных подручных партии. Читатель, получив утром газету, вряд ли задумывается о том, какой путь прошли опубликованные в газете большая статья и маленькая в несколько строк заметка. Сколько труда, волнений, сил потребовали они от сотрудников редакции. Каждый день редакционная коллегия разрабатывает план-макет очередного номера газеты. Должно быть отобрано главное, самое нужное, то, что уже завтра необходимо донести до читателя. Время торопит. Газета не должна, не может опоздать. Счет времени ведется на минуты. Все, что было отобрано редакторами, учтено и проверено, поступает в набор на линотип. Здесь газета отливается в металле. Когда приближается час выпуска, центр работы редакции перемещается в типографию. Главный редактор «Правды» Павел Алексеевич Сатюков подписывает в печати сверстанные страницы, или как их здесь называют, полосы. Готова вторая полоса. Время торопит. Но в последний час поступает важная новость. Их нельзя откладывать. Готова следующая полоса, а новости продолжают поступать.
написано в печати. Так начинается путь матриц, слепков с газеты. По улицам ночной Москвы автомобили-курьеры спешат на аэродромы столицы, где их ждут быстрокрылые самолеты. Через час матрица прибывает в Ленинград. В ленинградском филиале «Правды» приступили к печатанию тиража.